Всем доброе утро! Сегодня будем готовить блины. Из всех рецептов, которые я пробовала готовить, этот самый удачный. Очень советую вам попробовать сготовить именно эти блинчики. Так, сначала яйца. Сахар. Так. Кефир. Щепотка соли. И добавляем муку. Подробное описание рецепта будет под видео. Все хорошо смешивай. В крутой кипяток добавляем соду и вливаем горячее, интенсивно помешиваем, образуются вот такие вот пузыри. Добавляем растительное масло. Еще раз все хорошо перемешиваем. Все. Тесто готово. Оно должно быть вот такой вот консистенции. Если же во время жарки блины начнут рваться, то можете добавить немного муки. Оставляем готовое тесто отдохнуть минут на 15. Можете накрыть крышкой. Начинаем готовить блины. Предварительно хорошо разогретую сковородку отправляем в наш блин. Вот так образуются пузыри. Готовьте на среднем огне. Сначала очень хорошо разогревайте сковородку, а потом начинайте уменьшать огонь, чтобы блины пропеклись. Я растапливаю масло. С жидким растопленным маслом удобнее наносить его на блин. Проверяем на готовность. Все. Блин готов. Вот такой красиво получается. Смазываем маслом. И начинаем выпекать второй блин. Так вот получаются красивые дырочки. Обратите внимание, что краешки получаются совсем не сухие. Такие красивые блины получаются. Вот такие блины получились. Их можно использовать с разными начинками. Я буду делать с бананом и с творогом. Начинаем оформление. Банан ставим таким образом и начинаем скручивать блин. Вот так вот. Далее разрезаем так. Можете использовать любое варенье или джем. Я использовала ежевику домашнего приготовления.
Теперь творог. Мы развели творог со сметаной, добавили немного сахара. Укладываем таким образом. И сворачиваем. Можете так, как вам удобно делать это. Вот. Сверху я использовала крем сгущенного молока вареного с добавлением сметаны. Вот такие красивые блинчики получились с творогом и с бананом. Можете использовать любую начинку, которая вам нравится. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться.